Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в микроблоге. Инфлюенсерша поделилась в сторис видео, на котором продемонстрировала свой образ на Хэллоуин. На размещенных кадрах знаменитость запечатлела себя в платье с глубоким декольте. Ее внешний вид дополнили сияющая тиара на голове, макияж в стиле смоки айс и очки, украшенные стразами. «Ребята, Хэллоуин – это тот самый день, когда я наконец-то могу показывать свое лицо, потому что только в таком образе я себе нравлюсь». «Ну что, не ожидали?» – поинтересовалась телезвезда у подписчиков, приспустив со своего лица очки. В июле экс-ведущая «Дома-2» решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чика инфлюенсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. Она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.